Всем привет! Вы на канале CryptoBull. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как Eon. Итак, давайте перейдем на сайт, узнаем, что это такое, чем они занимаются. Так, Eon – это DeFi платформа. Это децентрализованная сеть на Oracle, которая построена в сети Binance Smart Chain, BSC. То есть, как мы уже говорили в прошлых моих обзорах, это не сеть эфира, загруженности на сеть такой сильной нету. Дешевый своп, дешевые транзакции, быстрые, доступны для каждого. Не надо тратить огромные деньги, чтобы сделать обмен, продать, поставить в ликвидность. Так как это проект DeFi, значит, тут подразумевается, что будет и ликвидность, и стейкинг, и фарминг. За все это мы будем получать награду. Зарабатывать Eon можно уже на PancakeSwap. Давайте перейдем, посмотрим. Если не знаем, как добавить наш контракт, на сайте переходим в раздел «Получить токены». Нам открывается статья о том, что данный токен уже залистен на биржу, уже можно покупать, продавать. Здесь нам предоставляется смарт-контракт адреса. Копируем его, переходим на сайт, сам сайт PancakeSwap, раздел Exchange, обмене. Выбираем, так как это новый токен, его тут нету, вставляем свой смарт-контракт, и вот он нам предоставляется, его добавить. Нажимаем добавить и выбираем, на какую монету мы хотим обменять. Давайте на сам BNB. Пишем количество 1, и нам показывают приблизительную стоимость, то есть за один токен к BNB мы получим 21 109 токенов Eon, что довольно и неплохо. Также мы можем перейти в раздел ликвидность, подключаем свой кошелек, не забываем переключиться в сеть Binance Smart Chain. В сеть Binance Smart Chain, как это сделать, я оставлю все в описании под видео, настройки сети. Или просто поставьте на паузу видео, я вам покажу, как это сделать. So, можете поставить на паузу и переписать все, как у меня заполнено. После этого вы сможете добавить ликвидность и зарабатывать на этом. Проект довольно новый, но все шансы на успех у него присутствуют. Переходите на сайт, ознакомляйтесь и только после этого делайте свои выводы, стоит делать инвестиции или нет. На этом обзор мы закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.